Здравствуйте, друзья. У нас, можно сказать, что весна. Хотя иногда бывают дождички, но в целом так тепленько уже стало. И цветочки. В общем, хорошо. И я задним числом уже так с утра глянул, что там вчера на выборах происходило. На удивление, там близкие результаты в некоторых штатах, там буквально там пару десятых процента. Потрясающе вообще, какой накал борьбы. И я подумал, что вот до чего мы дожили в смысле вот роста толерантности в обществе и как открытости. Значит, когда президент Джон Кеннеди еще не был президентом, а только был кандидатом на должность, а это мы смотрим на где-нибудь там 60-й год, 1960, соответственно, сколько там, 55 лет прошло. И вот он был, ну, семья из ирландцев, и, соответственно, они католики, а до этого не было такого, чтобы католик был президентом Соединенных Штатов. Вот если мы на сегодня посмотрим на карту, так сказать, США в этом смысле, религиозную, то католики составляют четверть населения. Тогда это было еще меньше, сейчас стало гораздо больше латинос в стране в процентном отношении. То есть у католика шансов-то особо, ну, то есть как-то считалось, что ну не может же католик стать президентом, ну реально, ну так, без дураков. Вот, а он стал, так это было, ну там, вот 55 лет назад. Я даже вот припоминаю, что совсем недавно, ну там, скажем, 5 лет назад, 4-5 лет назад, когда Митт Ромни баллотировался, тоже говорили, ну не может же мормон быть президентом, да, это же мормоны, они же какое-то такое меньшинство несолидное, и собственно, ну это же не, ну кто такие мормоны вообще. Вот, а вот, пожалуйста, он получил номинацию от республиканской партии там и так далее. Поэтому когда мы смотрим на сегодняшнюю картинку, вот кто у нас сегодня баллотируется, вообще потрясающе, да, то есть у нас сегодня мы имеем у демократов, то есть просто ноль традиционного, то есть ничего традиционного нет, значит, это либо женщина, либо еврей, значит, никогда женщина не была президентом, никогда еврей не был президентом, но женщина, и еврей могли быть, например, госсекретарем, да, пожалуйста, мы помним там, сколько это было разных людей, вот, но из последних, ну вот, Мадлен Олбрайт, там, значит, ну были люди. А тут, значит, либо то, либо другое, да, значит, уже перемена такая в этом смысле. На республиканской стороне, значит, там у нас был, один был черный, так, врач, но он сошел, но тем не менее. Значит, у нас был два латина, да, Рубио и Круз. И таки, да, есть там два, ну, просто белых американца. Вот там Трамп и Касич. Вот такая, значит, интересная картинка получается. То есть, насколько изменилась карта. И население к этому относится совершенно спокойно. Вот, например, фаворитом республиканской аристократии, истеблишмента, был, например, Рубио, сын там кубинских иммигрантов. Вот он, когда в Пуэрто-Рико выступал, он там на испанском языке произнес пламенную речь, покорил сердца пуэрториканцев. Вот, поэтому... Как толерантен мир у нас сегодня. Я где-то видел, значит, обзор такой был, вот на предмет толерантности, там спрашивали, за кого вы точно не будете голосовать, вот точно не будете. И там, вот, ну там разные группы, значит, там население, в частности, вот там были черные и евреи. И всего-то навсего там что-то было, по-моему, 6% никогда бы не проголосовали против еврея, а 7% за еврея, а 7% никогда бы не проголосовали за черного. Ну, то есть, вот, примерно на одном уровне, там, 6-7% это вообще ничто. Это просто, ну, есть люди с отклонениями всякими, бывает, там, ну, что-то такое. А так нет, конечно. Поэтому, я помню, когда Обаму избрали, вот, ну, сколько там, 8, ну не 8, почти 8 лет назад, когда выборы были, и избрали Обаму, ему тогда бабах, тут же он мюхнуть не успел.
И ему сразу раз Нобелевскую премию. И все спрашивали, а за что ему Нобелевскую премию? И он сам понимал, что не за что. То это какой-то такой аванс очень странный был. Но на самом деле, что произошло? Он, конечно, ничего сделать не успел в том смысле, что вот он как президент там не принял никаких таких мер, чтобы ему сразу там Нобелевскую премию. Но сам факт того, что черный человек впервые был избран белым фактически населением, преимущественно белым населением был избран с колоссальным большинством. Он же там чуть, я боюсь соврать, там процентов 85 набрал. Ну что-то невероятно. Вот это революционное совершенно событие, которое не то, что произошел переворот, но был продемонстрирован переворот в сознании, в ментальности. Это на самом деле избрание Обамы, если не обнулило, то почти обнулило обвинение, вот, остроту, скажем так, остроту расовых противоречий. То есть уже ты не можешь сказать, что вот там белые там в целом расисты там, или что-то. Да нет, ну чего же они расисты? У нас и госсекретарь, вон черная была, и министр обороны был. Ну что же тут мы, значит, будем теперь. Так что о толерантности речь идет. А у него еще и мусульманское, там, я извиняюсь, имя отчество. Вот, так что и Барак, и Обама. И, ну, то есть уже, казалось бы, он должен был бы раздражать там многих. Но на самом деле многих он не раздражал, но есть какие-то люди, но и чего. Вот, поэтому, на удивление, я даже не о том говорю, что общество толерантное у нас, а я говорю о том, какие сдвиги произошли колоссальные в сторону толерантности в Соединенных Штатах. То же самое в отношении к там, сексуальным меньшинствам. Я помню, что 25 лет назад, как раз, когда это было, 91-й, что ли, год, избирательная кампания Клинтона, и там вот этот вопрос был очень остро стоял. Тут, по сравнению с тем, что сегодня происходит, вот как в другом мире мы тогда жили. Вот, то есть сейчас просто пофигизм полный, только, ну хорошо, ну то есть вообще никого не интересует вопрос. А тогда это было довольно болезненно. А еще до того, так и могли морду набить там где-нибудь. Может быть, и сейчас могут где-нибудь вот в каких-то там глухих закоулках, так, реднековских. Не знаю. Говорят, что есть такие места еще. Но в целом, видите, как происходит. Мир движется в этом направлении. Вот я об этом хотел поговорить сегодня по дороге. Вот, конечно, вы можете сказать, если вы, например, нетерпимый, вы можете сказать, мир катится в пропасть, вы можете вспомнить Содом и Гоморру, в том смысле, как вы их понимаете. Вот, но, а можно еще как-то посмотреть, не знаю, меня в целом радует снижение накала противоречий и вот это вот принятие общее, толерантность, мне это нравится. То, что мы видим в нынешней избирательной кампании, мы видим некоторое ожесточение, я бы сказал, которое меня не радует. Но началось это существенно раньше, когда в течение нескольких лет мы наблюдали неспособность конгрессменов находить общий язык, там, договариваться, когда все перешло на язык блокировок. Вот, значит, или будет, как скажем мы, или мы вам все заблокируем, и тогда вообще ничего не будет. И Круз в этом плане отличился, кстати. И единственный, кто не хотел вот в это все влезать, вот был тот самый истеблишмент республиканский, к которому сейчас такое недоверие низов. То есть низы хотят крови. Они хотят чего-то такого, вот, обострения хотят. И не только низы. Я хочу сказать, что иногда, когда ты смотришь на тех, кто там более-менее на заметном уровне, вот такие, как Рубио. Рубио тоже, кстати, свою лепту внес. Вот в эти все дела. И в риторику вот эту злобную. И
вымазывание дерьмом президента Соединенных Штатов. Понимаете, значит, вот, мол, это не только там путинские из зомби-ящика кричат, что он чмо. Они здесь тоже многие подкрикивают, просто не принимают. И говорят, вот с этими мы дело иметь не будем. Мы можем только отменить, запретить, всех послать и так далее, и так далее. Вот эта тенденция, она просматривается тоже. То есть параллельно с той, что мы говорим вот про толерантность, общество в целом и так далее. Вот. И не только общество, но и партийные ряды тоже. Вы видите, что как бы народ голосует и за Круза, и за Рубио, там, и за Сандерса, и за Клинтон. То есть ничего такого. Но все-таки, значит, вот эта экстремистская линия тоже присутствует. Непринятие, отрицание, нежелание договариваться. В этом смысле Круз, например, не нравится руководству республиканской партии, оно как раз более такое умиротворенное, поэтому интересно. В общем, давно не было так интересно наблюдать за событиями, я не могу сказать политической жизни, но вот, наверное, выборы относятся к политической жизни тоже. Ну вот выборы, в данном случае меня выборы интересовали, как на них проявляются те изменения, которые в стране происходят. Так что, да, сколько пищи для злорадства поступает на столы там кремлевских пропагандистов, вот, ну, нормально. Вот. Так что, ребята, мы продолжаем наблюдать, я буду с вами делиться. Естественно, так, я вижу, что интерес есть. Если бы не было, я бы, наверное, не стал. Но так, раз интерес есть, мы можем поговорить на эту тему тоже. Счастливо!